выставка в рамках 10-го международного триеннале «Экоплаката», 4-й блок. Мы решили, в принципе, узнать о том, насколько интересна Харькову идея музея плаката. Можно проголосовать отдельно за плакаты и отдельно за проекты, которые хотели люди вообще, в принципе, видеть. Здесь есть японцы, здесь есть россияне, здесь есть белорусы, здесь есть очень, ну, все. В принципе, мы работаем как бы с современным искусством. Современное искусство подразумевает и фотографию, графику, и как бы плакатную историю. Вот эта выставка — это 0.5% из всего архива 4-го блока.